то, что вы сюда приехали разобраться. Понятно, что я вам еще раз... Я считаю, что фактически уже у них здесь сложилось самостоятельно. Да, здесь надо просто ее... Всего в рамках реализации долгосрочной целевой программы благоустройства дворовых территорий, которая проводится на территории нашего городского округа, в 2011 году будет отремонтировано 95 дворовых территорий. На эти цели предусмотрено 112 миллионов рублей из разных бюджетов. Мы пошли на то, чтобы сделать больше дворов. Как бы в среднем на двор выделяется порядка 1 миллиона рублей. Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от площади. И где не будет предусмотрено устройство ливневой канализации, подрядчиками принято решение, что отвод воды проводить с устройством, именно играть рельефом местности. То есть где-то вправо, где-то влево уходить, где-то, допустим, выводить воду на проезжую часть. На сегодняшний день из 95 дворов, которые вошли в проект, сделаны 41. Сданы документы на оплату уже 39 дворов. Но остается 50%. Да, у нас остался месяц, конечно, мы торопимся, чтобы успеть освоить деньги. И есть проблемы, конечно, мы решаем. Но еще одна из проблем, конечно, это в дворах нет согласия в некоторых дворах самих жителей. Одни хотят одного, другие другого. Это уже федеральная программа, это долгосрочная программа. Будем надеяться, что эта программа будет работать многие годы, и в течение 5-7 лет можно будет все дворовые территории в городе Благовещенске сделать, как и по всей стране.